Привет, друзья! Я сегодня приехала в No Frills. Немножечко покажу вам покупки. Давно не ходили вместе в магазин. Это будет очень быстро. Недельная закупка продуктов, в основном овощи, фрукты и какая-то еще там мелочевка, которую я беру. Еженедельная покупка в No Frills. Так что пошли со мной. Так, обязательно беру с собой пакеты в магазин, так как на улице еще прохладно, вот так вот, дождливо, мерзко. Чтобы не укладываться на улице, сразу возьму пакеты с собой, уложу их сразу в магазине. Бананки, морковочка, хлебушек, уже здесь есть картошечка, пирожные с пеканом, мои любимые, еще хлебушек черный. Сосиски вкусные. Рыбка красная. Возьму попробовать также к видео, которое я готовлю про лазаньи, как я обещала своей дорогой подписчице Зарочке. Я беру 3 миц лазанья, и я возьму, наверное, чикен лазанья. Чикен я возьму, чикен мит, какой мне взять? Какую-то другую я думала, ладно, возьму вот эту чикен. Четыре штуки. Была скидочка, я набрала вот этих вот всяких. Я люблю, я взяла 2 томата и еще 4 2 дополнительные баночки грибов. Вот это очень хорошая фирма. Также я беру, у меня закончилась желатин, обычный желатин. Пусть будет. Что еще? Ну, потом больше ничего такого вроде не брала. А еще сыр брала. Я вам не показывала. Еще сырок. Соевый соус. Вермишелька для бульона. Итак, мы закончили на сегодня покупку в No Frills. Вы видели все, что я купила, ни больше, ни меньше. Это нам обошлось в 94,54, ну, будем говорить, $100. Было немножечко экстра. Я не всегда беру красную рыбу, и я не всегда беру 2 лазаньи, которые я взяла для видео. А это в среднем еще $30 отнимите. И это как раз получается та сумма, на которую обычно я беру недельную покупку. Так что, надеюсь, вам было интересно. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами был канал «По будням с Инной». Пока-пока!